Значит, я по странному стечению обстоятельств как раз тоже думал поговорить на сходную тему, касающуюся сознания, а конкретно о непосредственном сознании. Тут поводов у меня целых два. Так получилось, что я эти последнее время перед сном или там где-нибудь еще так спокойно в метро, когда едешь, перечитываю роман Итало Кальвино «Несуществующий рыцарь». Вот. И плюс вот в группе в ЖЖшке, в которую никто из вас не принял приглашение. Чего я принял? Да потому что ты вот в интерфейсе висишь, что не принято тобой да, приглашение. Я просто не успел зайти. Хорошо. Вот. А там, значит, у Шуфрина был такой наброс, что вот эта попытка Олега Михайловича работать с непосредственным сознанием в двух формах деятеля и мечтателя, начиная с Гоголя, вот, она менее удачна, чем то, что делает Хайдеггер, когда говорит о несобственном модусе бытия Дазайн. То есть вот это у меня просто поводы. Вот, теперь немножко к существу дела. Я бы хотел зацепиться за две сегодня поданные реплики. Ну и тем самым, я думаю, совсем уже явно указать на связь моего захода с тем, что происходило у нас до перерыва. Значит, реплики были такие. Антон сказал, что есть сознание – это некий способ бытия, который явным образом отличается от бытия столом. Это бесконечно повторяется в истории философии такого рода ход, ну, в качестве как бы предварительных разговоров обычно о сознании. Хотя, скажем, у того же Сартра эта тема муссируется просто на всем протяжении бытия и ничто. Просто на всем. Вот у него как бы это вот без конца повторяется, говорит, ну да, да, но говорит, вот ведь совпадать с собой, это же быть столом, а человек так не может, значит, он вот тем или иным способом не совпадает, он вот трещина в бытии, и вот вся эта тема без конца им развивается. Ну, по крайней мере, для начального разговора, для отталкивания, для начальной точки, вполне себе хорошо. А другая реплика была Александром подана, когда вот разгорелось очередной виток склоки вокруг слов Булата по поводу того, что сознание феноменально. Реплика Александра состояла в следующем, что для того, чтобы сознание было феноменальным, оно должно быть ограничено каким-то другим феноменом, чего на деле, конечно, не происходит. Мы не обнаруживаем, вот мы можем обнаруживать какие-то другие феномены конечные, вот, которые граничат с чем-то, ограничены чем-то, а с сознанием этот трюк не проходит. Вот, оно в качестве такового границы не имеет. Вот. Это не означает, можно там спорить и соглашаться или не соглашаться, в каком смысле феноменально, но вот если принять за определение, что феноменально это то, что определенно дано в нашем опыте, а определенность в данном случае означает ограниченность, то тогда получается, что сознание вроде как и не может быть дано. Но, понимаете, ведь это же не единственный способ помыслить сознание. Помыслить сознание определенным. То есть это, конечно, один из путей. Определить его, так сказать, отличив от чего-то другого. Но можно избрать другой ход. Можно взять такой ход. Можно обнаруживать различения, дифференциации в самом сознании. И вот работа с этими развлечениями нам проясняет само сознание постепенно. То есть получается так, что внешней границы для сознания, даже если нет, с чем я готов согласиться, то мы можем проводить внутренние границы в самом сознании и тем самым его познавать более дифференцированно. И вот отсюда, из этого предположения, да, и исходит вот смысл, почему говорится о сознании и непосредственном сознании. О сознании в собственном смысле слова и о сознании в какого-то непосредственного.
Потому что как бы и то, и другое есть опосредование. Вот я буду в качестве рабочего определения использовать то, что я упоминал в прошлом нашем разговоре. Сознание – это опосредование. То есть это обнаружение, что ты относишься к чему-то, и в то же время ты к этому своему отношению относишься дополнительно. То есть ты не просто к чему-то относишься, но ты еще и знаешь, что ты к этому относишься. Вот это как бы двойное отношение всегда возникает. В отличие от, скажем, каких-то других сущностей или сущих, которые могут относиться к чему-то, но они не знают при этом об отношении, что они состоят в этом отношении. Вот этого как бы дополнительного шага сознания. Обращаю внимание, что этот дополнительный шаг сознания совершенно не требует от нас такой операции специфической, как самосознавание. Это просто сама сущность сознания. Я знаю, и в этом знании я еще не просто отношусь, но и отношусь к отношению, к которому отношусь. Таким образом, значит, что в этом смысле из себя представляют вот эти эта пара сознания в собственном смысле слова и непосредственное сознание на материале романа Итало Кальвино. Вот, поскольку это не самый популярный писатель, вот, я вкратце воспроизведу как бы фактическую канву, что там в романе происходит. Описывается какой-то из крестовых походов. Его возглавляет император Карл, вроде бы, сейчас сомневался, по-моему, Карл. Карл Великий, да. Вот, и все, разговор, введение как бы в сюжетику происходит следующим образом. Он производит смотр войскам, вот, а там процедура такая. Он подъезжает к некоторому рыцарю, вот, а рыцарь, как вы понимаете, это не просто тяжело вооруженный всадник, да, но это еще и глава целого воинского отряда. То есть это такой как бы смотр, знакомство или приветствие командиров больших или маленьких воинских отрядов. Вот, там процедура такая, он подъезжает к рыцарю, рыцарь, значит, приподнимает забрало, вот, и представляется полным титулом, говорит о воинском отряде, который он возглавляет, король ему говорит что-нибудь там одобрительное, вот, и так дальше. Тут добирается до конца шеренги этих рыцарей. Последний из рыцарей представляется вот длинным полным титулом, который я не в состоянии запомнить, но имя, собственно, у него Агилульф. Вот. А он представляется, все хорошо, но не поднимает забрало. Что, вообще говоря, невежливость, а применительно к королю практически оскорбление. Тот, естественно, спрашивает, а какого черта ты, братец, не поднимаешь забрало? Тот говорит, понимаете, ваше величество, просто меня нет. Поэтому поднимать забрало бессмысленно. Как-то нет. Ну, так, нет. Ну-ка, поднимите забрало. Он поднимает забрало, король заглядывает, доспехи пустые. Тогда, сейчас это прямо даже стоит найти эту цитату. Так. Вот. Значит, ничего там не было. Да, чего только не увидишь, удивился Карл Великий. Но как вам удается служить, если вас нет? Силой воли, сказал Агилульф, и верой в святость нашего дела. Вот именно, хорошо сказано. Так и нужно исполнять свой долг. Что ж, для человека, которого не существует, вы держитесь молодцом. И, значит, парой к этому рыцарю, да, и это, конечно, образ такого сознания в собственном смысле слова. Это некоторая сущность, которая всегда отдает себе отчет полностью, совершенно ясно и отчетливо. Он точно знает все предписания, касающиеся воинского дела. Он не испытывает никаких страстей. Он лишен всяких недостатков, он помнит все, он исправно исполняет. Его доспехи, оружие, его подчиненные всегда в образцовом порядке. Он образцово действует на поле боя. В общем, это
полная рациональность и полный контроль над собой и над всем, что с ним происходит. Парой к этому рыцарю выступает оруженосец, которого назначает ему же король. Этот оруженосец – полная противоположность нашему рыцарю, потому что этот оруженосец совершенно непосредственен. Он, вот если Агилульф всегда знает себя, всегда равен себе, то его оруженосец никогда себе не равен. Вот он, когда он впервые появляется, его видит король, значит, он идет вереница уток, за ними идет на четвереньках человек, который точно так же, как утки, шевелит руками, которые якобы крылья, крякает, походка точно такая же. Когда они, так сказать, вспорхнув из-под копыт конницы, значит, приземляются в пруд, он прыгает, практически летит, значит, вместе с этими утками, плюхается в воду. Вот, король даже беспокоится, как бы этот идиот не утонул. Вот, но его успокаивают, не-не-не, не утонет, все нормально. Он, когда выныривает из воды, он видит лягушек, вот, тут же начинает думать, что он лягушка, перестает крякать, начинает квакать, ну вот, надувает щеки, вот, и ведет себя совершенно как лягушка, плавает прекрасно, как лягушка. В общем, ничего с ним дурного не происходит. Так. Вот, и там девочка пасет этих самых уток местная, и король ее спрашивает, что, собственно говоря, с этим парнем происходит. Вопрос он формулирует так: он что, думает, он тоже утка? Девочка отвечает: нет, он думает, что утки – это он. Таков уж наш Гурдулу неразумный. Ну, у него на самом деле там бешеное количество имен, потому что мы понимаем, да, такой субъект, который никогда себе не равен, а всегда равен тому, что ему предстоит. Если он видит грушевое дерево, он думает, что он грушевое дерево. Он становится ровно, раскидывает руки, как ветки, вот, увешивает себя грушами. Вот, когда его притаскивают за шиворот к королю поближе, потому что королю любопытно, вот, и говорят, что ты должен кланяться, так сказать, королю, он, конечно, кланяется, но очень быстро, глядя на короля, начинает понимать, что это он король. И вместо невнятного рычания, кваканья и бормотания, он начинает говорить: так, а вот этого идиота с лицом кретина немедленно казнить! И произносит это чуть ли не голосом короля. Ну, по крайней мере, он уже себя думает, что он король. Ему все равно, чем быть. Быть ли утками или быть королем, он всегда как бы непосредственно совпадает с тем предметом, который ему предстоит. Вот это вот такая парочка. Один. Чистое, всегда опосредованное к себе отношение. И поэтому пустые, блестящие доспехи. Другой, не знающий себя. Всегда непосредственно совпадающий с тем, что перед ним. Такое непосредственное сознание. Так почему другой существует? Другой вот точно так же и должен быть. Это две формы существования. А не одна форма, получается, точно так же должен быть не быть, а точно так же должны быть пустые доспехи. Непосредственно сознание, такие же пустые доспехи. А. Ну, в некотором роде, конечно, ну, тут. Сверкающие тут... внутрь. Нет, но он не существует, как. А тут важно в чем? Единичность. Тут можно спорить с Кальвином по поводу того, как правильнее изображать то или другое. Но мы понимаем, да, что оба этих варианта, они на самом деле не существуют. Что бесконечно равное себе не существует, что вот это вот всегда отождествляющееся с чем-то тоже не существует. Всегда иное, да? Да, он всегда иное. Понимаете, если бы он буквально был всегда иным, то он бы не мог бы даже совершать перехода. Он бы вот один раз увидел уток и стал бы навсегда уткой. Вот и все. Он бы не смог как бы совершать перехода от одного к другому. Вот. Ну, еще, правда, у Кальвина здесь есть такая метафора понятная, что если Агилульф – это чистое воплощение духа, души,
то гурдулу, или как там его ни назови, это тело, вообще лишенное духа. Поэтому он как бы в качестве... Да, поэтому у него в качестве образа духа пустые доспехи, наполненные воздухом, а в качестве не всегда неравного себе, это как бы вот такая, такое вот бесформенное тело. Но бесформенная материя, как мы знаем из Аристотеля, тоже такое же небытие, да? Да, совершенно верно. В строгом смысле слова, конечно, они оба не существуют. Но другое дело, что они не существуют немножко по-разному. Ну вот. То есть, что я хочу сказать, да? По-хорошему, конечно, нелепо думать, что вот это вот чистое равенство с собой и чистое отношение к другому, то отношение, в котором ты всегда пропадаешь. Вот есть просто несколько крестьяне, кстати, такие умные крестьяне здесь описаны, просто интеллектуалы французские, я бы сказал. Они на вопросы короля несколько раз дают безупречные точные ответы. Они говорят, что, понимаете, Ваше Величество, ну, во-первых, да, он думает, что утки – это он, да. Вот. И, например, он, когда сосредотачивается на чем-то, он меняется местами со своим предметом. Например, ему дали миску с кашей, чтобы поел. Ну, король приказал покормить идиота. Вот. Он посмотрел на кашу. И вместо того, чтобы есть кашу, решил, что эта каша должна его съесть, и полез целиком в эту миску. Просто полез целиком туда. Его, значит, оттуда вытаскивают. Идиот, ты ее должен съесть, а не она тебя. Но он уже перепутал. Он уже не может этого сделать. Так вот, значит, в чем здесь... Понятно, что два этих момента – это два момента сознания. Вот это вот два момента единого акта опосредования, которые я предлагаю считать рабочим определением сознания. Гурдулу представляет из себя знание, простое знание, простая направленность на нечто, неважно в данном случае, что это, стол, электрон, король, неважно. Обратите внимание, кстати, что гурдулу совпадает не только с вещами, да, но и с довольно затейливыми понятиями. Вот он, например, ведь он становится королем. Не в том смысле, что он начинает выглядеть как вот этот конкретный Карл, да, или прикидывается им. Нет, он начинает вести себя как король. Казалось бы, откуда он это может знать? А он совпадает, потому что не с физическим предметом, не с телом короля, а с его, так сказать, королевской сущностью. Вот. И сразу принимает позу, начинает раздавать внятные и ясные указания, кого-то туда обезглавить. Вот. А чем еще заниматься королю? То есть, два, в общем-то, главных дела – вести войска в бой и казнить кого-нибудь. Вот. Зачем еще в других случаях нужен король? И это, кстати, забавным образом тоже в книжке отдельно разъясняется, что большую часть времени королю было нечего делать. Даже когда там происходит какой-нибудь пир, вот, и происходит какая-то склока между подданными, даже в эту склоку королю не надо вмешиваться, потому что существуют там чиновники военные, существуют судьи, которые разберут этот конфликт. Королю не надо как бы об него мараться. Поэтому король, так сказать, ничего не делает. Он только вступает тогда, когда нужно произвести какое-то решительное действие, типа там казнить. Такого пенализации. А туалет король ходит, я извиняюсь. А тут была проблема. Как частное лицо. Как король нет. Была просто такая проблема, там в свое время обсуждали на богословском уровне. Иисус Христос, когда был на земле, человек, он ходил в туалет вообще или нет? То есть это такая серьезная проблема. Как частное лицо, да. Но не в качестве короля, да. Не в качестве. Просто форма короля не подразумевает такие вещи, казалось бы. Ну, понимаешь, с Иисусом Христом там легче, потому что в качестве Иисуса он, безусловно, ходил в туалет, но в качестве Христа, безусловно, нет. Вот, Христос в туалет не ходит. Вот, Христос, он умирает на кресте. Ну и не кушает, соответственно. Ну совершенно верно, да. Вообще совершенно верно. Это его, этими делами он не занимается. Вот.
Так вот, значит, возвращаюсь к чему? К тому, что это два элемента вот этого сложного акта сознания. С одной стороны, отнесенность к чему-то, к какому-то предмету. Если взять абстракцию этой отнесенности, это означает, что мы должны как бы в каком-то смысле слова отождествиться с предметом. Но в некотором роде это правда так. Если я смотрю на Антона, я вижу только Антона. Так, на меня смотрю. Так, покажите Антона. Вот теперь зрители тоже видят только Антона, ничего кроме. Вот. И я как бы в этой направленности на предмет пропадаю сам. То есть меня нет в этой направленности. Я в этой направленности могу быть только тем способом, что я буду относиться к самому себе, знающему Антона и видящего Антона. И вот этот момент отнесения к самому себе, будучи полностью абстрагированным, он действительно вот простое равенство в качестве вот этого пустого духа, не наполненного. Ну, правда, вот заканчивая разговор с этим примером из романа, конечно, здесь есть некоторая динамика. То есть, например, рыцарь Агилульф, несмотря на то, что он простой дух, всегда равный себе, тем не менее, он иногда борется за то, чтобы остаться таковым. Борется. Значит, у него есть как бы вот два таких вот из первых препятствий, два. Он, во-первых, он не может уснуть. Потому что если он уснет, неизвестно, сможет ли он потом, так сказать, вернуться и сосредоточиться обратно. А во-вторых, он очень плохо переносит даже не ночь, а время рассвета. Когда свет уже есть, но свет такой достаточно слабый, размытый, и все предметы тоже теряют свое очертание, и, вернее как, оно вроде как имеет свои очертания, а вроде как и не очень. И рыцарь очень интересным образом борется и с тем, и другим недугом. Он сосредотачивается на счете или на каких-то геометрических выкладываниях, каких-то сложных геометрических узоров. Он должен себя занять чем-то конкретным, тонким, специфицированным, чтобы не потерять себя. Вот. Он не может просто размышлять о чем-то. Его мысли всегда очень четкие, направленные, это всегда очень конкретное рассуждение, происходящее от пункта А к пункту Б, через какую-то цепочку, он весьма-весьма всегда конкретен. Может быть вопрос такой небольшой, но он же не совсем совпадает с вот этой, с вот этим различием, то есть он не совсем укладывается вот в это второе сознающее сознание, потому что он действует, он скорее является какой-то уже вот, как вы называете, эстетической формы. То есть он рыцарь, как бы со всеми атрибутами рыцаря. Он хранит нечистая форма. Он, да, он хранит не просто отношение к себе, как не к себе, так сказать, а к вот этому акту, да, то есть он не просто является фиксацией отношения вот, и знанием о том, что он относится к чему-то, а он еще является какой-то художественной формой. Примером этого знания. Да, да. Ну, видишь ли, об этом, на этом строится как бы интрига всей книжки. То есть дело в том, что нельзя же быть просто абстрактным каким-то, просто каким-то отношением с собой. Это отношение должно быть конкретное. Он должен быть не просто кем-то, он конкретно рыцарь. Не просто рыцарь, а рыцарь вот там со своим титулом, рыцарь, который получил свое рыцарство за то, что спас юную девственницу благородного происхождения от насильников. Вот. И для него это принципиально важно. И для него принципиально важно быть этим конкретным единством. И вот вся интрига книги, она строится на чем? Там появляется такой молодой ну не солдат, он еще не стал рыцарем, но как бы имеет в принципе возможность. Он благородного происхождения человек, ну вот молодой человек в армии, который утверждает при свидетелях следующее, что вот вы за что рыцаря получили? Он говорит, за то, что спас там юную, не помню, там деву по имени,
вот, благородного происхождения, даже вообще королевского происхождения, от насильников. Она была девственницей, я спас ее от насильников. Он говорит, вот, а я заявляю, что это ложь и неправда, потому что я сын этой женщины, и она уже к тому моменту, как вы ее встретили, мне там было типа уже лет 5, стало быть, она не была никакой девственницей. И тут все замирают, потому что если спасаешь от насильника не девственницу, а просто благородную даму, то за это полагается там денежная благодарность, там какие-то похвала и почести, но не рыцарское звание. Не рыцарское звание. И сам Агилульф, говорит, что нет, это надо выяснить, потому что если скажется, что я получил рыцарское звание не по заслугам, да, тогда просто надо вот перечеркнуть все, что я делал до сих пор. Да. Это для него не случайное обстоятельство, для него принципиально важно быть именно конкретным. Поэтому тут, вот как сказать, да, в нашей терминологии, как ты выясняешься, это еще не вполне эстетическая форма. В нашей терминологии, которую мы наследуем от Олега Михайловича Наговицына, дело состоит в следующем, что эстетическая форма – это, безусловно, конкретная форма единства равного духа и вот этого самого непосредственного сознания Гурдулу. Но вот именно единство. Оно не должно быть разделено на два самостоятельных персонажа, а некий персонаж должен в какой-то конкретной форме их соединять. Хорошо, но тогда непонятно, почему вообще этот рыцарь действует. Вот мне непонятно, почему он действует. Угу. То есть вот Гурдулу действует, казалось бы, вот все действие должно приходиться на него. Если бы аналогия была точна. Понятно, потому что есть и действие не твое, а ты осуществляешься с чем-то, он не действует. А рыцарь действует, но сугубо рационально. И в этом действии оно не зависит ни от чего. Я понимаю, что они по-разному, что они кардинально по-разному, что вот все эти различия может провести. Но это различие не совпадает с тем различием про сознание, как мне кажется. Почему? Которое, потому что в сознании вот есть знание, да, а есть знание о том, что знание есть. Угу. Вот, и знание о том, что знание есть, это как бы вот именно не действие. Оно ничего не добавляет, как бы, кроме вот этого. Совершенно верно. И Кальвина это прекрасно чувствует. И действия Агилульфа, они прекрасны, совершенны, но они ничего не меняют в действительности. Mm-hmm. Например, он вообще, ну там он прекрасно владеет всем оружием. Холодным, ну там только холодное оружие было, да. Вот. Он прекрасно владеет всем оружием. Но есть замечательная картина, когда, значит, один из второстепенных персонажей ухлёстывает за женщиной-рыцарем, которая там тоже есть в войске. Вот. И как он может за ней ухаживать? Он говорит, слушай, давай будем состязаться в стрельбе из лука. Типа, если я побеждаю, вот, то я тебя поцелую или ты меня поцелуешь. Ну, как еще ухаживать за девушкой в таких условиях? Она говорит, ну, давай. Вот, они стреляют в цель, парень не промахнулся ни разу. Но девушка ему говорит следующее: ты попал случайно. Он говорит, как случайно? Я 30 раз стрелял и 30 раз попал. Что значит случайно? Он говорит, да, а говорит она, но ты каждый раз попадал случайно. Поэтому нифига я тебя не поцелую. Он говорит, так подожди. А ну-ка скажи, а как может быть не случайно? Говорит, я тебе сейчас покажу. Зовет Агилульфа и говорит, выстрели. И Агилульф просто единым движением, в котором не было ни одной ошибки, ни одной вообще лишнего движения не совершено, он поднял лук, натянул тетиву, и стреле ничего не оставалось, как только попасть точно в цель. Она говорит, вот, он попал с необходимостью, а ты попадаешь случайно. Это, во-первых, а совсем как бы отчетливое свидетельство того, что этот рыцарь действует, но ничего не меняет, он однажды берется лесорубом, который заготавливает дрова для армии, показать, как надо рубить дерево. Он им, значит, долго все объясняет, там, значит, как готовить топор, там, как, значит, выбирать дерево,
Потом говорит, а сейчас я вам покажу, как надо рубить дерево. Берет топор, там свой прекрасно подготовленный, наносит быстрый, сильный удар, перерубает дерево с одного удара. Но удар настолько точный и настолько направлен по горизонтали, что дерево остается стоять. Он говорит, вот это совершенный удар. Удар, который не свалил дерево, который ничего не изменил. Поэтому да, твое как бы предположение верно. Он действует, но его действие ничего не меняет в происходящем. Это как бы совершенно как бы пустое действие, оно непродуктивное. Гурдулу, он себя не знает, да, но он хотя бы кашу сожрал, вот, и у него есть как бы... Он это что... дает людям проблемы. Да, он как бы, он что-то при этом происходит. А рыцарь, он тоже создает людям проблемы, да, но ничего не происходит из-за этого. Здесь, мне кажется, две стороны очень четкие. То есть ты являешься самим собой, и в мире присутствуешь вот, ну, как некая необходимость, но при этом не принимаешь мир совсем. То есть ты его... А второй персонаж, да, Ржаножец, он растворяется вот во всех вещах. То есть там, ну, если говорить вот о смешении этих, то есть мы для того, чтобы воспринять некую вещь, должны быть собой, мы должны оставаться и до, и после восприятия чем-то. Да. Но с другой стороны, в момент восприятия мы должны прекратить быть собой и видеть эту вещь только потому, что она, ну, конкретную вещь. Потому что у нас есть понятие этой вещи, отождествление с этой вещью. Да, конечно. То есть я почему и говорю, да, что в каждом акте сознания должно происходить оба действия. Мы должны и отождествляться с воспринимаемой или с мыслимой вещью, и только так мы можем ее, собственно говоря, воспринимать. И в то же время мы должны, благодаря отношению к себе, как бы отличаться от этой вещи. Означает ли это, что я... отличаюсь предметным образом от воспринимаемой мною вещи? То есть нет, потому что тогда означало бы, что я воспринимаю и вещь, и самого себя рядом с этой вещью. Но это не так. Восприятие содержит только воспринимаемый предмет, ничего кроме. А я здесь в этом нахожусь только в качестве чистого бестелесного отношения к самому себе и к этому воспринимаемому предмету. Вот, так вот, я это что говорю, да? Я говорю это все к тому, что несмотря на всю остроумность и блестящие интуиции Итало Кальвино, которые он развивает вот в этом романе, все-таки я бы сказал, что он представляет нам предельную абстракцию вот этого момента в сознании. Тогда как нам интересно познать не просто предельную абстракцию этих моментов сознания, но познать сознание в некотором конкретном единстве. Нужно было бы создать такого персонажа, который бы являл из себя единство в каком-то смысле. Зачем персонаж создавать, если мы сами являемся таким единством? Зачем придумывать что-то еще? Конечно. Нет, но здесь есть существенная разница. Одно дело, что я сижу и себя ощущаю и все понимаю про себя. Про себя я все понимаю в рамках своего же понимания, но это не есть знание, которое я могу передать, и это понимание пусто. Ну, мое знание в моей боли – это ничто. Это мое же знание с моей боли. Немножко... Мое знание моего сознания… По-моему, это... немножко о другом речь, о том, что вот, вот это различие, которое еще ну, как бы в прелюдии озвучивалось, между там, подлинным, неподлинным дизайн или между мечтателем и деятелем, вот является ли оно различием, может ли оно быть реальным различием, можно ли взять вот два таких цельных, так сказать, конкретных, целостных субъекта, которые были бы, вот один был мечтателем, другой деятелем, мы бы их различили, или это всего лишь различие, это различие моментов внутри этого целого, которое всякий раз потом схлопывается вот к некому единству. Нет, вот как бы достоинство, например, Гоголя перед Итало Кальвино как раз состоит в том, что он предъявляет нам такие формы единства сознания и телесности, которые мы можем повторить в качестве собственного опыта
И Булат, если ты вот про это клонишь, то это безусловно так. И именно в этом как бы ценность вот этого художественного образа, философская ценность. Он предъявляет нам конкретное тождество этих двух абстрактных моментов. Мы можем на себя это тождество примерить и убедиться, что это тождество осуществимо и оно устойчиво. То есть мы действительно можем быть таким способом. И занять это как некую позицию сознания. Может. Совершенно верно, да. То есть я, оказывается, могу быть таким образом, как поручик Пирогов. Я могу быть деятелем. То есть это, конечно, не Гурдулу, который бесконечное действие, бесконечная поглощенность как бы внешним миром. Хотя поручик Пирогов отчасти поглощен, конечно, внешними обстоятельствами. Например, его без конца восхищают там, женщины, которые гуляют по Невскому проспекту. Он просто в чрезвычайном возбуждении и восторге от того, что он видит. Но он не превращается в этих женщин. Почему? Потому что он, его форма отношения к самому себе имеет, присутствует, во-первых. То есть он не просто непосредственно совпадает со своим предметом, он всегда в некотором, как бы, то, каков он сам, задает его отношение ко всем этим непосредственно ему данностям. А именно, он считает, что, то есть он просто есть, он не просто считает, он есть, что он ловелас. То есть он неотразим. Вообще говоря, сейчас вот покорю любую. На Невском проспекте вопрос только, кого выбрать. Вообще все прекрасны. Все вот по-своему замечательны, сказал бы поручик Пирогов. Вот, и я могу покорить любую. Но вот вопрос, чем бы мне вот увлечься сегодня? И он видит прекрасную белокурую и, по всей видимости, бесконечно глупую немку, и приходит в восторг от того, насколько она белокурая, насколько глупа и какая прекрасная немка. И, значит, бросается на штурм этой самой, ни секунды не сомневаясь в том, что он победит эту немку. Это же какой вопрос? Да, конечно. Тут как бы важно там вопрос тактики, что называется. А стратегически ему все понятно. И он, кстати говоря, совершенно прав. То есть сюжет гоголевского рассказа это полностью подтверждает, потому что он просто хамски вломившись в дом этой немки, она начинает протестовать, кто такое, какой-то офицер вломился без спроса. Вот. Но он, желая установить с немкой добрые отношения, предлагает ей потанцевать. Вы только вдумайтесь, да? В дом к женщине вломился какой-то вообще незнакомый мужик. И чтобы для поддержания разговора и установления отношений предлагает потанцевать. Немка соглашается, потому что она страшно любит танцевать. Ее муж не танцует, ее на танцы не пускает, и она дико поэтому тоскует. Вот. И поскольку надо было танцевать какой-нибудь такой чинный танец, не какой-нибудь там легкомысленный вальс, понимаете, или польку, надо было что-то танцевать чинное, он предлагает ей потанцевать гавот, без музыки. Медленный, так сказать, танец, чинный, когда вот партнеры там едва-едва друг дружку касаются. Немка, конечно, соглашается. Конечно, соглашается. И он, в общем, если бы не явился муж с этим, со своими приятелями, двумя пьяные в стельку, нормально, он бы победил эту немку, овладел ею без малейших сомнений. Вот просто... Он бы доказал, что он действительно ловелас, что его вот определенное отношение к действительности именно таково. Он деятельно бросается в предмет, овладевает этим предметом и тем самым действует. Так вот как раз с персонажами Достоевского и Гоголя, и с персонажами Наговицына, который описывает эти, собственно, персонажи. Да? Самая главная проблема состоит в том, что у них никогда реальность не сопротивляется. У них на самом деле форма легко воплощается как бы, в реальности. Никаких проблем воплощения нет. Когда мы прекрасно знаем, что как раз самое сложное, что есть только в мире, это попытаться какую-нибудь форму воплотить. Да? Как ты ловелас, да, и вот быть ловеласом во всем, это очень сложно. Потому что
сознание так устроено, оно как бы, когда ты ставишь какие-то границы, когда ты ограничиваешь себе какой-то формой, ты всегда выходишь за их пределы. Нет, смотри, во-первых, если говорить систематически, то есть в подробностях мы сейчас это не можем делать, есть разница между вот таким деятельным персонажем Гоголя и деятельным персонажем Достоевского. Но это пока за скобки, вот это не суть важно. Ты говоришь, что не овладеть. Я скажу иначе. Овладеть-то как раз очень можно. Другая проблема, что раз ты деятель, раз ты овладеваешь внешними предметами, и ты ими, так сказать, управляешься, на их материале ты как бы снова и снова повторяешь себя в качестве ловеласа. Из-за того, что тебе нужны внешние предметы, ты подвержен опасности иногда, не всегда, а иногда испытывать неудачу. Для того, чтобы, вообще говоря, я уверен, что если бы там писать роман про поручика Пирогова, то там вот просто 99 побед. Он овладевает этой женщиной, той женщиной в разных обстоятельствах. Вот. Но иногда с ним случается неудача. Как с ним случилась неудача вот в этом случае с прекрасной немкой. Немка уже все. Она уже, так сказать, поплыла. Она была, ну, поручик немножко поторопился, он как кинулся там с ней целоваться чуть раньше, чем следовало, но он бы это тут же сгладил каким-нибудь еще способом. Нет, ну, приходит муж с пьяными друзьями. То, что они пьяны, это очень важно, потому что были бы трезвые, они бы не посмели ничего сделать этому поручику. А так как они пьяные... Они говорят, слушай, фуй, какой нехороший поручик, давай-ка мы его высечем. Вот, высекли. Потом, когда протрезвели, они от ужаса не могли найти себе места, потому что телесное наказание дворянину, офицеру со стороны инородца, ну это просто их за это в каторгу по меньшей мере, за такие штучки. Вот, и они сидят просто дрожат, и никогда бы не посмели этого сделать. Но поручика Пирогова можно высечь, потому что он для своей реализации он нуждается во внешних предметах. Ему нужны женщины. Ему нужны женщины, чтобы реализоваться. Из-за того, что ему нужны нечто внешнее, с ним иногда бывают неудачи. Неудач не бывает только с кем? Неудач не бывает только с мечтателем. Потому что ему нафиг не нужен никакой внешний предмет. Вот его друг, художник Пискарев, он мечтает о женщинах. Он не побеждает их, как делает его друг Пирогов. Он о них мечтает. Поэтому с ним неудачи не происходит. То есть она должна была случиться. Он вот идет за некоторой прекрасной незнакомкой. Наконец приходит... И вдруг понимает, что он пришел в публичный дом, где прекрасная незнакомка работает. Вообще говоря, это неудача. Но художника эта неудача не задевает ни на секунду. Он не перестает ее любить, ею восхищаться. Не нужно, потому что ему не нужна живая женщина, ему нужна только мечта. Поэтому он спокойно разворачивается, уходит, ложится на диван и дальше вообще просто мечтает об этой прекрасной незнакомке. Все, он не испытал никакой неудачи. Просто вот он совершенен. Ему внешний мир не нужен. Он, так сказать, это та пара... А если мечта вдруг воплотится? А? Да я делал не в этом. Так она же воплощалась. Она же воплощалась. Он ее увидел. Он же увидел эту девушку на Невском проспекте. Боже, неземной красоты. Неземной. Он идет за ней вот так вот, не глядя почему по сторонам. Почему абстрактность этих двух персонажей отличается от абстрактности персонажей там, рыцарей? И... я не вижу разницы. Их... Такие же абстрактные персонажи. Нет, во-первых, не такие же. Смотри, Агилульф и его оруженосец, это один из них только сознание, то есть только отношение с собой, другой только отношение к другому. Тогда как и Пирогов, и Пискарев – это одновременно и отношение к другому, и отношение к себе.
Ну, это как, знаешь, как в физике есть чистое состояние и смешанное. Ну, смешанное состояние, и что? Здесь это принципиально... Нет, это абстракция в каком смысле? Абстракция только в том, что писатель ее показал в максимальной чистоте. Но это не абстракция в том отношении, что я в состоянии быть таким образом. Ты понимаешь? Я в состоянии быть таким образом. Я в состоянии быть этим неотразимым поручиком Пироговым. И выбрать произвольно какую-то женщину и добиться ее в обозримый срок. Даже на пари. Ну, допустим, несколько минут, да, там, допустим, да, что-то такое. Да. Ну, не несколько минут, это какое-то неслыханное искусство. Вот, но, да, за какой-нибудь там несколько дней, там, за неделю. Точно такие же моменты. Да не, ну почему? Ну, была. Ну, вот есть люди, которые, допустим, начальники какие-нибудь, да, которые там работают, там идут от должности к должности, они вот как бы этим живут, там бизнес какой-нибудь у них или еще что-то, они вот такие вот непосредственные деятели. Но это вот сказать, что есть такие люди, это есть сказать, полно. Что абстрактно. Да, нет, 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 нет. Они точно вот так же на самом деле и выходят за рамки этих своих состояний. Нет, 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 они, конечно, выходят. И Google, кстати, это, кстати говоря, тоже знает. И самым большим достоинством Гоголя Олег Михайлович, например, считает не эту путь, а повесть «Шинель», потому что там Гоголь совершенно явным образом показывает, что вот эта вот разница между деятелем и мечтателем – это не непроходимая пропасть. Человек может быть мечтателем всю жизнь, а потом стать деятелем. Струсился стать деятелем. Он смог поменять форму своего бытия. Вот как Акакий Акакиевич, он всю жизнь мечтал. Ему нифига вообще не надо было. Только мечта. И все, что в действительности мешало ему мешать, он, так сказать, его старательно сторонился, да ему в сущности и не мешало. Вот. А потом он стал деятелем. Мог не становиться, но он стал деятелем. То есть разница между этими формами бытия, сознания, чисто логическая. Она не какая-то не генетическая, ни физиологическая, ни культурная, это чисто логическая разница. И я могу одну форму сменить на другую. Именно разница твоего отношения к происходящему. Сменить это можно только в том случае, если ты над формой встанешь. То есть, если как бы ты сначала встанешь над всеми формами, а потом перейдешь в другую. Ты не можешь случайно перейти. Ну почему именно так? Тут не очень понятно. Понятие выбора. Получается, здесь вот выбор. Выбор, тут не очень ясное место. Потому что если ты ставишь вопрос, что должно случиться, чтобы произошла вот эта смена, тут не очень понятно. Я думаю, что на самом деле этот переход может произойти произвольно. В сущности, конечно, там в повести «Шинель» есть конкретный повод. И, казалось бы, Акакий Акакиевич вынужден стать деятелем. Ему нужно заработать на новую шинель. Во-первых, нужно заработать, во-вторых, нужно быть страшно деятельным человеком, чтобы ходить, выбирать, договариваться, вот, как бы вот, планировать эту шинель. Это, конечно, он развивает кипучую деятельность. Это все правильно. Ему надо стать деятелем. Но он бы мог, в сущности, ходить в своей старой дырявой точно так же. Ну что ему было? Ну, над ним и так все смеялись. Ему и так было холодно почти круглый год в этой шинели. Ну и что? До этого 30 лет было холодно, и все нормально. Потом он вдруг решает, нет, надо все-таки построить шинель. Вот. Внешнего повода нет. Что выступает поводом, не очень понятно. Но во всяком случае ясно, что именно потому, что мы являемся отношением к себе, ну, конечно, прежде всего, отношением к тому содержанию, с которым мы имеем дело, да? Но мы, относясь к этому содержанию, в то же время мы относимся и к себе. Именно то, что мы есть это отношение, и это отношение есть наших рук дело, доказывается тем обстоятельством, что мы можем поменять форму отношения к себе. Я мог относиться к себе и быть деятелем, я могу относиться к себе и быть мечтателем. И я могу перейти из одного состояния в другое, а потом обратно. Никаких проблем здесь нет. Таких вот онтологических проблем. А почему он не может быть просто чистой формой?
Если он может поменять форму, почему просто не быть чистым? Почему просто не быть чистой формой? Той возможностью, которую может выбрать любую форму. Ну, потому что выбор надо сделать. Я просто считаю, потому что у Достоевского, на самом деле, вот, например, позиция Раскольникова состоит в том, что не то, что он там считает себя тварь дрожащей, не то, что он считает себя там Наполеоном, да, там, право имеющим, да. А на самом деле, что он постоянно вот находится в неопределенной ситуации возможности быть этим и другим. Такой, да? Да. Что на самом деле он как бы вот это чувствует себя ничто, вот этой формы, вот этой чистой формы, да. И когда он, это, когда он сливается с одной формой и считает, что он тварь дрожащая, он не верит в это. И тогда же считает, что подожди. И это, что он не верит в это, да, и он сразу мечется в другой форме, что он право имеющий. И наоборот, когда он чувствует, что он право имеющий, он сомневается в этом и попадает как бы в другую крайность. То есть он на самом деле, как всегда, остается вне этих двух форм. Ну, вот Раскольников, как и другие центральные персонажи Достоевского, они, конечно, гораздо более сложные формы, чем мечтатель или деятель. Даже вот как бы Достоевский вроде бы наследует из Гоголя, у него есть формы такие деятеля, там из тех же «Преступлений и наказания», друг Раскольникова Разумихин. Чистой воды деятель. Энергичный такой, румяный парень. Он не киснет от того, там, Наполеон я или не Наполеон. Он деньги зарабатывает. Ну да, он не зарабатывает миллион. Ну так он зарабатывает, сколько может заработать. Чем может это заработать? Он говорит, вот я тут взял перевод с немецкого. Честно говоря, я немецкий не очень знаю, поэтому большей частью я как бы от себя пишу. Но, говорит, ей-богу, получается лучше, чем у этого немца. Вот такой, вот нормальный такой деятель. Вот не особенно парится по поводу того, что как же так, вот. Кто-то другой бы переживал, ну как же так, я же языка не знаю, ну что ж я переводить тут возьму. Кто-нибудь лучше меня сделает, А он этим не парится, он берет и переводит. Он видит девушку своей мечты, и он, так сказать, энергично начинает, так сказать, ей оказывать все доступные его воображению знаки внимания этой девушке. Ну вот смущается, краснеет, ну так это входит в программу, что называется. Он, потому что он не ловелас. Он такой честный трудяга, ему положено краснеть от того, что, так сказать, он ухаживает за девушкой. А Соня Мармеладова тоже деятель? А? Ну, Софья Мармеладова тоже деятель? Нет, ну, Сонечка, нет. Она сложна, как и Раскольников, конечно. К ней в этом смысле просто, не поступится. Просто если так смотреть внешним образом, она тоже только делает. Вообще тоже занимается. Нечего переживать. Нет, вот понимаешь... А даже в этом отношении она сильно отличается от Разумихина, потому что он деньги зарабатывает и не парится по этому поводу. А Сонечка деньги, конечно, зарабатывает, но она сильно парится по этому поводу. Она не говорит, что, ну вот, а что, я не могу ничем другим зарабатывать, ребята. Ну вот нет никаких способов. Это же не правда. Да, помнишь, там, в другом романе «Прачки» пошла потом и так далее. Ну что прачки? Прачки можно заработать только, чтобы самой с голоду не умереть. А ей нужно содержать мачеху и сколько там, троих малолетних детей. Плюс папенька, который постоянно в запоях, у нее же денег сшибает на воду. Давайте пойдем все убивать людей, чего как бы. Зачем? Ну, вот, поэтому она идет... очень много. Поэтому она не может пойти работать прачкой, потому что... Прачкой только ты на себя еле-еле заработаешь. Достаточно было от того, чтобы она так считала. Нет, в принципе, это невозможно, понимаешь? Это я же просто предлагаю, что есть всегда альтернатива. Ну, мы тут не оправдываем проституцию. Если она считает, что у нее другого выхода нет, то этого достаточно. Только это означает, что есть деятельность. Деятельность считает, что он делает, и по-другому не возможно. Ну, недалеко, но... Не смертельно далеко. Вот, смотрите, значит, к чему я клонил? К тому, что... ну вот, можно изучать сознание, отталкиваясь от общего определения, да? Рассматривая конкретные формы этого сознания. Конкретное соотношение между непосредственным и опосредованием, моментом непосредственности и опосредования в самом сознании. У... Пирогова – это одно соединение, у него, так сказать, акцент переставлен на непосредственность.
при этом у него отношение к себе совершенно определенное и фиксированное, он есть определенное кто. Вот это, кстати, мы можем сказать благодаря Хайдеггеру. Он разрешил употреблять такие слова. У него, вот сейчас немножко связывая с одним из поводов, с этим замечанием Шуфрина. Значит, смотрите, там он же про Дазайн говорит что? Ну, во-первых, долго и тщательно открещивается от того, что это никакая не антропология, то есть не надо думать, что Дазайн – это человек, вот, бла-бла-бла. Но в целом понятно, что речь идет не про зеленых каких-то человечков, не про бабочек, а речь идет именно о человеческом сознании. Просто то, как предлагает смотреть на это сознание, на как на человека предлагает смотреть Хайдеггер, ну вот он считает, что большая новость. А что он предлагает, так сказать, нового в понимании человека? Он говорит, это некоторое сущее, которое задается вопросом о бытии. Вопросом о бытии чего бы то ни было, ну и самого себя. Это как бы такая характеристика. Вот, плюс. Это сущее всегда обнаруживается в качестве некоторого элемента бытия в мире. То есть он всегда оказывается в некотором таком... он уже в мире, он уже в некотором определенном контексте находится. Он некоторое абстрактное существо, а он конкретное существо в конкретной обстановке. И благодаря этому, ну то есть он не говорит благодаря этому, да, но и вместе с этим, продолжает Хайдеггер, можно сказать про этого самого Дазайн следующее, что если вещи, простые вещи, характеризуются вопросом «что это?» и ответом на этот вопрос, то Дазайн характеризуется вопросом «кто это?» и характеристика получается не «что», а «кто», такая «ктоинность». Вот. Никакая не новость для русской литературы, потому что поручик Пирогов – это такое ясное сущее, которое существует в весьма определенном мире, в Невском проспекте. Это сущее точно знает про себя, кто он. Он неотразимый сердцеед. И эту свою неотразимость сердцееда, он, так сказать, как равенство самого себе, он так и несет через жизненные обстоятельства. Даже когда его подстерегает неудача, и его выпороли, состояние выпоротости несовместимо ни с состоянием Лавелласа, ни с состоянием того, что он поручик. Вообще никак не совместимо. Этого не может быть. Поручика можно убить, но выпороть его нельзя. Просто вот нельзя. Это несовместимо с его бытием. И что происходит с Пироговым? Его определенность, кто побеждает. Он, конечно, 5 минут расстраивается, а потом забывает об этом, как будто этого и не было. Почему? Потому что его собственное бытие, его собственная определенность, кто, вытесняет все, что не соответствует его определению. Просто все. Он... Там есть это смешное описание, как он зашел в булочную, съел 3 слоёных пирожка с мясом. Вот. Вопрос, сколько нужно съесть слоёных пирожков с мясом, чтобы, так сказать, обрести равенство с собой, 2 или 3? Вот. И обретает обратно равенство себе. Все, он опять поручик, все хорошо, он не помнит вот этой катастрофы с ним случившейся. Он ее просто из себя вытесняет. За счет чего? За счет определенности кто. Он не просто равен себе, он весьма определенно равное себе сущее. И это равное себе сущее выталкивает из себя все, что с ним несовместимо. Поэтому он не помнит неудач на любовном фронте, поэтому он не помнит порки, он помнит только то, что вписывается в его кто. Именно поэтому она и абстрактна. А? Именно поэтому. Вообще, если любой литературный герой. Хорошо, так вопрос тогда встречный такой. Это, казалось бы, противоположностью его, вот с точки зрения Хайдеггера, должен быть такой субъект, который не говорит, ну, то есть который не знает, который не ставит себе вопрос, кто он, или точнее не знает ответа, или, может быть, вообще не мыслит о себе как о неком кто.
Да, то есть не дает себе некой определенности к тойности уже, да? Всякий дизайн несет определенность кто. Да? Да, всякий. А разве мне это казалось, что вот эта ктоность не собственный какой-то вариант? То есть, да, я тоже что так. Как бы теряет, он себя теряет, потому что значит ктоность, да? Он себя понимает по аналогии с вещью. У вещи есть ктоность, у нее есть определенность. Понимая себя по аналогии, я ищу себе ктоность. Я, допустим, ученый, как вот многие ученые считают себя учеными, они ходят, понимаете, действительно там. Можно еще добавить, что став кем-то конкретным, кто? Он перестал быть всеми другими возможностями. Да, безусловно. Вот. Это и означает, что он перестал быть вот этим... Тот же мечтатель, да, ведь можно же быть как некое кто и мечтателем. Вот, почему нет? Не обязательно быть вот этим деятельным и ловеласом. Можно быть и мечтателем, да, и всячески конечно, противиться как бы тому, чтобы там тебя, допустим, жизнь затянула в какие-то действия, да? Вот. И пребывать в этом. Ну, вот смотрите, тут отдельная, конечно, история. Может быть, надо Хайдеггера тут более детально обсудить, но вот если коротко, насколько я понимаю, там история такая, что всякий дизайн кто? Вопрос только в том, вот это кто. Оно является для тебя собственным или не собственным. То есть не собственное это тогда, когда ты получаешь свое кто, будучи погруженным вот в некоторую размытость досман или в толки и так далее. То есть когда ты становишься чем-то таким, частью некоторой массы. Когда ты становишься, в качестве... Частью массы ты всегда функциональную какую-то определенность все равно имеешь. Да, ты имеешь, безусловно, функциональную определенность, но здесь важно следующее, что здесь твоя определенность, ты оказываешься не чем-то отдельным, ты оказываешься массой. Ну почему? Ловелас тоже это некая функция в некой массе, скажем, в некой массе на Невском проспекте должно быть там 2% ловеласов, там столько-то процентов кучеров, столько-то процентов прачек и все прочее. Да, да. Я бы привел здесь пример. Конечно, в Пирогове есть такой момент, который можно посчитать вот этим аналогом несобственного модуса по Хайдеггеру. Когда он обижается, если говорят плохое о поручиках. Он говорит, вот мы поручики, говорит он. Если кто-то говорит, да и вы, поручики, все козлы, вот, он страшно обижается. Если ему скажут, что вот ты козел, он не обидится. А вот вы все поручики козлы, вот на это он обижается. Почему? Потому что он отождествляет себя с этой вот неопределенной массой поручиков. Как сказал бы Хайдеггер, он находится в несобственном модусе существования. Если подумать о... А бывают ли другие поручики? Бывает ли какое-то собственное поручик? Мне тоже казалось, что Хайдеггер совсем о другом говорит. Я хочу задать вопрос по поводу всего спектра. С одной стороны, скажем так, абсолютная ктойность, ощущение себя, вот это же стало. А с другой стороны, это, наверное, буддийское просветление, там полная утеря ктойности. Да. И все-таки не зря там говорят, что Хайдеггер там к буддизму куда-то... Нет. То есть у Хайдеггера буддизма мы не пахнет. Хайдеггер в буддизм смотрит, но ни в коем случае не в сторону героя Достоевского. Да. Значит, смотрите... Совсем нельзя его интерпретировать, его собственное и несобственное состояние. Вот с позиции просветленный человек. Я понимаю, да. Он как раз наоборот, он утрачивает все эти определенности, как говорит незабвенный Андрей Парибак, говорит, а вот эти свои личности, говорит, я рекомендую спустить в унитаз. Вот, они вообще никому ни для чего не нужны. Но это ведь на самом деле тоже невозможная позиция. Ведь правильная позиция, да, что ты как бы, как-то имеешь эти личности, но ты к ним относишься, опять же. Вопрос ведь в твоем отношении к этому кто, да? То есть ты по-прежнему, да, ты вот как в общем функционируешь, допустим, как ученый. Но ты можешь как бы к этому, допустим, относиться иронично, да? Вот.
Вот. То есть ты понимаешь, что как бы ты ученый, да в общем-то как бы и не ученый. Ну, промежуточная стадия, вот. Да, просветление. Сначала ты должен так, а если ты хочешь обрести в кавычках свободу сознания. Не факт. Речь идет о том, что в данном конкретном действии тебе все равно нужно функционировать как некое кто. Вот как бы локально, так сказать. Просветленный человек. Никто. Но он тогда и не действует вообще, понимаете? Действует. Вот, допустим, ты входишь в магазин, понимаете? Ты так или иначе действуешь как покупатель. Это та же история, что с Иисусом Христом, да, как да. И Иисус, он покупатель, но в принципе он никто. То есть он может исполнять роль, то есть престольный человек может исполнить роль. И он ест, и он ходит в туалет. И может, но есть... моменты, когда он полностью теряет себя и может остаться... Нет, мне так казалось, что совсем посвященный человек, он просто Буддой становится. Ну да. Он просто конечно. Хоп, из мира вываливается, и все. И ничего. Нет, ну не совсем. Нет, есть промежуточные стадии. Во-первых, просветленный человек, он может в любой момент уйти в нирвану, и в этом его просветленность. Да. Но это совершенно не обязательно, что он туда уходит. Как правило, ну, он, здесь задерживается. Любви к человечеству. Да. Есть еще одна позиция, которую вы забываете, которую, кстати, это напоминает вот тренинги, знаете, огромное количество. Ну, когда научат как бы вести бизнес правильно за небольшую плату из любви к человечеству. Если возвращаться к серьезному разговору, давно бы ушел туда. Есть еще одна позиция, которую забываете, которая разрушена, в отличие от Хайдеггера, разрушена Сартром, да? Это позиция, когда человек является на самом деле чем-то определенным, а просто проектом самого себя, да, то есть чистой возможностью. Можно быть чистой возможностью. И никогда не быть определенным это что, да, то есть определенным кто, а каждый раз быть как бы вот некоторым возможностью. Результатом или исходной позицией. Нет, просто тогда ваше просветление это и есть чистая возможность в своей чистоте. Понятно. Ну, я на этом подогнал. Не совсем так. Если ты проект выстраиваешь, для Раскольникова. Нет, почему, подожди, Игорь, можешь маленький зачитать? Почему возможность? Потому что возможность никогда не теряет то, что можно выбрать одну, вторую, третью, десятую, это какой-то вариант, да, осуществления себя. Но просто у человека нет выбора. Ну, невозможно. Чистая возможность не теряет все эти возможности. Да, невозможно быть проектом возможности. Нельзя как бы себе в качестве проекта, так сказать, проектировать, что ты будешь возможностью. Вот завтра я буду возможностью, послезавтра я хочу быть возможностью всего. Просто быть-то можно, но проекта такого не существует. Самая первая заповедь для пути в просветление – это если ты хочешь, то ты никогда этого не получишь. То есть просветление нет пути, и его нельзя реализовать. Это не может быть ни проектом, ни желанием. Это, по сути, мы... Основной лозунг такой: ты уже есть, ты уже просветлен, только вот нужно забыть о том, что ты кто. Да, не нужно уже делать. Дороге, ты уже пришел. Ты уже пришел, но просто ты постоянно уходишь с этого места. Любая ктойность – это уход от просветления, от свободы сознания. Ну вот, не углубляясь шибко в буддизм или в сартра, это просто отдельные разговоры, на мой взгляд, хотя имеющие место под собой быть. Вот тебе кажется, что Хайдеггер, безусловно, далек, а существует колоссальная литература, как люди пишут, усматривают конкретные параллели, все такое прочее. Но, возвращаясь к самому Хайдеггеру все-таки, значит, смотрите, вот это вот не собственное и собственное, вот эта пара, это два полюса в дазайн. Не значит, что человек, находящийся в несобственном состоянии, чем-то хуже или лучше человека, находящегося в собственном состоянии. Более того, ни тот, ни другой полюс никогда не достижим. Человек либо уклоняется в несобственное, либо возвращается по направлению к собственному, но никогда его не достигает. Поэтому как это собственное не понимай, по Хайдеггеру оно никогда не достижимо. Суть дазайна состоит в том, чтобы болтаться между вот этими полюсами. А еще есть подлинное и неподлинное. Ну, это имеется в виду то же самое. Вот. Так и оно и есть. Это подлинное и неподлинное. Другое наименование. Но почему как бы вообще такая пара возникает? Потому что одно является, скажем так, возможностью другого. То есть нельзя как бы... Ну, у Хайдеггера, ну, в принципе, это классический ход, да? То есть невозможно было бы впасть в несобственное состояние и вообще отклониться в него, если бы не было собственного. Вот. То есть,
Вот как-то ну, так. Простая диалектика. Да, достаточно простая. Вот. Здесь Хайдеггер говорит совершенно решительно и невразумительно. Он говорит следующее. Вот нифига подобного. Оба полюса недостижимы. Именно поэтому содержание трактата «Бытие и время» «Бытие и время», да? Да. Чуть я засомневался. Ну, потому что бытие... Сахар был, поэтому вот. Сахар всегда сбивает. Да, а их потом пошло мода все эти «Бытия» и что-нибудь еще писать пачками. Вот. Так вот, в «Бытие и время» короткое резюме как бы звучит следующим образом. Да, Займ? Никогда не есть, а всегда только имеет быть. То есть он никогда не совпадает полностью ни с какой из своих возможностей. Он всегда только как бы стремится быть. Он стремится то к несобственному, то к собственному. И эта болтанка, она бесконечна. Да, Зайн не есть. Он всегда только собирается быть. И в этом смысле это несколько похоже вот на эти все сартровские штуки про проект самого себя. Вот еще на самом деле, что интересно, это как бы в свое время Гегель критиковал Канта, точнее, кантовскую этику, за то, что у Канта этика свела с долженствованием, да? А, как известно, долженствование – это всегда нечто, что не есть, да? Как бы мы должны быть такими, да, но никогда такими, какими должны быть, не можем стать, да? Да. И поэтому Гегель говорит, что надо этика должна по-другому выстроиться, надо исходить из того, что действительно, да, и в этом действительно найти то, как правильно, да? Вот тот разговор, который ты говоришь о собственном и несобственном, как раз похож вот на этику Канта, да? Есть какой-то собственный, лучше говорить, подлинный, да, в нем больше этичности звучит. И это подлинное мы никогда не можем достигнуть, точно так же, как и в этике Канта. Мы никогда не можем того долженствования, которое мы должны, тот долг, который мы должны быть, мы никогда не можем во всей полноте выполнить. Да? Можем бесконечно к нему стремиться, но никогда не осуществим. Ну, понимаешь, ну, у Канта хотя бы формулируется, хотя бы в виде понятия, вот эта самая цель, к которой должен стремиться. Он хотя бы определяет вот категорический императив в качестве критерия поступка. У Хайдеггера же этого нет. Мы как-то год просто убили на то, что специальный семинар, на то, чтобы найти хоть какое-то положительное определение собственного. Его нет в тексте. Его просто нет. То есть подлинности нет, да? Что такое подлинное? То есть, во-первых, нет, во-вторых, он об этом ничего не говорит. Все разговоры сводятся к тому, что вот там бытие к смерти, бытие к концу собственному, вот оно как-то нас разворачивает к нашему собственному. А что такое собственное? Не ну, говорится, нет, ну, не ну смотри, ну допустим, взять маленький вот такой участочек, да, этого бытия, отношение к вещи, встречающейся, да. Вот там все четко высказано. Вот отношение к вещи как к подручным, как то, чем как бы надо оперировать, как вот этим подручным, так, на откуда забивать гвозди и так далее, есть собственное отношение. Да. Глазение на молоток, да, определение его свойств, там, веса, чего-то еще, есть несобственное, неподлинное. Да. То есть научный, весь, как бы, условно говоря, научный взгляд на мир сразу попадает не в несобственный. Да. Значит, вот. Мне интересно, так это оценочная позиция. Оценочная позиция. А почему как бы не наоборот? Нет, ну. Не, ну, оценочность, это просто та самая. Потому что нет, это природе человека очень просто, с молотком. Очень просто. Потому что ты как бы выпадаешь из мира, когда ты смотришь на него как бы со стороны. Человека с микроскопом. Мы сейчас говорим не о том, правильно он это определил или нет, а о том, что просто каких-то... Дело не в этом, дело не в этом. Такая же собственность, только другая. Вот и все. Нет. Ну, это разные вещи. Он просто когда ты разглядываешь молоток, он уже не молоток, а вещь, которая интересна. Она просто стала другой. Речь идет о том, что я возражаю, что там нет конкретного определения. Вот в каких-то местах это есть. Ты согласен, что здесь что-то определено? Да, да, нет. Про вещи, спорить, про вещи, да, да, конечно. Но когда мы то же самое оборачивается на человека, то тут остается неизвестным. Потому что как
подлинно существовать молотку, это известно. Нет, существовать с молотком. Да, надо молотковать молотком, да. А вовсе не его изучать, не рассматривать, не взвешивать. Да, не относиться к нему. А надо молотковать молотком. То есть надо быть деятелями и не надо быть мечтателями. Да, ну тут даже не мечтателями, не надо быть учеными там. Ну, в общем, не надо никак относиться. Вот Игорь сказал предельно кратко. Нет, просто когда мы к молотку относимся по-другому, он перестает быть молотком и становится чем-то другим. Это не так. Но это у Хайдеггера не так, а по сути это так. Ну вот, молоток, а если это обращать на самого человека, видишь ли, молотком хотя бы можно молотковать. А чего делать человеком? Вот этим дозайном. Дозайнить? Так это вообще никакая не определенность. Ну, дозайн-то не является средством подручным. Оно является как бы целью, которую... Ну, безусловно. Вот я должен пестовать самого себя в качестве подручного, но не наличного. Ну, окей, хотя это уж совсем попахивает кантианством, и вряд ли бы это старик Хайдеггер одобрил. Но все равно, даже в этом смысле там ничего больше не добавлено. Ну, то есть, вся же заноза-то как бы в Дазайн. Да, но там не добавлено ничего, потому что вся проблема там, как в других книгах он описывает, современного существования, рацию, вот этого постав, там, и так далее, все эти непонятные слова, вот. Она состоит именно в том, что мы неправильно для начала относимся к вещам. Вот мы неправильно начинаем относиться к вещам, вот, опять же, не как к средству, а как к некому «что». Вот сама чтойность – это уже начало неправильного отношения. То есть, когда мы говорим, что вещи – это чтойность, мы уже не в онтологии Хайдеггера, да, которую он нам предлагает. Да, мы уже как бы в онтологии вот такой, как бы… Но очень важно еще замечать, что ни к Достоевскому, ни к Гоголю все-таки построение не имеет никакого отношения. Ну, по крайней мере, сильно отдаленное, да, я прав, я согласен. И я вот, кстати, в ЖЖшке думаю, раз уже ты там Шуфрин поднял, это надо развить и как-то по возможности более наглядно артифицировать. Философия Наговицына, а не Фил Наговицын. Да, Фил Наговицын, да, да. Нет, это просто я небольшой любитель стучать по клавишам просто, честно скажу. Голосовой человек. Да, голосовой, жизнь такой, да. Да. Так, а может быть, если с Хайдеггером додумывать, быть подлинным, это быть самим собой. Да, ну, безусловно. Для каждого это по-разному. Ну, надо же. Поэтому невозможно поставить общую, как бы. Понимаешь, вот как раз именно из-за того начала, которое предпринял Хайдеггер, говоря, что не надо абстрактно относиться к вещам, а надо их конкретно молотковать этими вещами. И вот это, да? После того, как он это сказал в начале, он не имеет права нам в конце сказать, что ты должен быть самим собой, потому что это абстракция. Ты должен сказать это как-то конкретно. Ну, для каждого это разное. Он может сказать, что Окей, пусть для разного, но скажи, ну, хоть пример приведи какой-нибудь. Если для кого-то, для ученого, понимаешь? Вот подлинно именно вот так вот, так сказать. Быть иным, да? Быть созерцающим. Нет, быть не молоткующим, а созерцающим. Относиться к миру как что-то. Это означает быть? Совершенно верно. Это получается противоречие тогда у него, понимаешь? Этого он не собирается допускать никоим образом. Все ученые, лошары, они занимаются этим. Да, то есть он как раз это закончил собой. Любимый пример философов сознания аналитических – это с водой. Вода – это водянистая материя или H2O? Угу. Ну, безусловно, по Хайдеггеру, безусловно, не H2O. Не H2O. Но не водянистая материя. И не водянистая материя. Вода – это то, чтобы пить. Да. Да, это то, что пьешь, а еще лучше то, чем ты можешь напоить жаждущего ребенка. Да, не можешь умыться, но в этом можно. Вот умыться, можешь, вот все такое. Что вот ты должен ее... Потому что материя, там, как вот... Это уже... Да, я понимаю. Получалось, да. У вас там Хайдеггер примитивно вообще как-то получается. Это тогда любое, как бы, условно говоря, животное, которое вообще не задумывается над этим вопросом, просто подлинно живет. Это было одно из таких самых смешных возражений. Ну-ка. Защити Хайдеггера теперь от философии хомячков. Почему это не философия хомячков? Хомячки – это и есть кантианцы, самые живущие. Подожди. Для хомячка, с точки зрения Хайдеггера, нет рудинности. Есть? Нет. Почему? Он грызет что-то, лапки. Он грызет и это делает. Даже у животных есть
У животных есть эрудийность? У животных есть эрудийность. У некоторых как правило, нет. Значит, у хомячков, а животных. Ну, некоторых. Для некоторых, тех самых, которые... Для некоторых есть, действительно. Когда я смотрю на молоток, он ссылает меня к моей способности. Важно же, что основной, лично у меня вопрос, да, не все же вокруг молотки, да? Ну, два яблока. Есть еще яблоко. Яблоко, да. И все рукотворное, да? И как бы, как вот там быть, да? То есть, закат, там вот закат, это тоже как бы вот... Какой-то мандрус задержать нельзя. Ну, тем не менее, именно молотки, Почему у нас главным философом научно-технического прогресса почему-то считается Хайдеггер? Он считается, да? Разве? Ну, разумеется. Да? То есть наука и техника, и человек считается, что он же тем философом. Потому что у него критическое. В том смысле, да, что он поставил крест на все эти техники. Да, это потому что он пытается соотнести с миром, вот не как именно с миром яблок, цветов, полей, лесов и солнца, а пытается снести к миру как некой орудийности. То есть видеть в чем-то либо еще, не в закате заката, а видеть в том, что пора спать, потому что завтра на работу. А как же искусство для него? Ну, не существует? Ну почему? Это инструментально, отечественное искусство. Вот, понимаешь, простой ответ на твой вопрос такой, что каким образом реализуется вот это собственное отношение к себе, и каким образом оно может быть описано? Оно может быть описано только в поэзии. Да, то есть стихотворение есть. Вот, как центр экзистенциального переживания, как видение к себе. Верю, там, в живописи это и во всех других видах искусства нельзя. Нет, в живописи тоже можно, в любом искусстве. У него не пример, у него именно в поэзии. Нет, ну, просто поэзия самая правильная из искусств, и это легко объяснить, почему. Да, это тоже это же точно так же. Как же нацистский лозунг звучал? Что-то там про колос полей, чего-то еще. Ну, мы должны пометку сделать, что мы никоим образом не разделяем это все. Чего? Какие разделяют? Начинаешь тут нацистские лозунги толкать. Ты нет, просто это опять к тому, что Хайдеггер был нацистом. Но... А зачем надо говорить? Получается, мы нацисты. Подожди. Философию-то причем? Это да. Нет, это имеется в виду, что как бы непосредственного отношения... Вообще-то, наверное, 99% философов нацисты, начиная с Платона. Ну, хорошо. Подожди. Со своим государством. Хорошо, все. Канал закрыт, все. Канал закрыт. Да. Все. Вот. А так-то нет. Нацист. Вот эта публикация его дневников доказывает просто с математической точностью, что он был нацистом и не раскаявшимся нацистом. А почему? А? Какие дневники там публикуют? Потому что нацисты, правильно, новые какие-то? Ну да. Там, вернее, как? Были так называемые черные... Фариас или кого-то там как... Нет. Были такая пачка тетрадок черного цвета, которые он завещал опубликовать там сколько-то после своей смерти. А до того даже было не разрешено работать с этими... В общем, исследователем нельзя было работать, поэтому наследник его, сын, собственно говоря, дело это хранил. Вот. А сейчас все, в этот срок уже прошел. Вот. Это буквально несколько лет назад произошло? Вот в этом году, году Питер Травни наконец закончил обрабатывать первую порцию, и первые три тома вышли из печати. Вот. И, ну там особенных ужасов нет, он там не пишет на каждой странице, что жидов надо всех развесить по фонарям. Вот. Но тем не менее, он признается в следующих вещах. Вот, что называется, без протокола, а так для будущих поколений. Вот. Его проект политический состоял в следующем, что он национал-социализм чрезвычайно одобрял. Только он считал, что этот национал-социализм следует несколько философски усовершенствовать. И поскольку он был самый крупный философ и, кроме того, разделявший эти ценности, он полагал, что его место быть таким духовным наставником фюрера. И по первости ему казалось, что все нормально. Его вот очень быстро сделали ректором университета, крупнейшего университета в Германии.
Вот. И, но когда он понял, что фюрер не собирается, так сказать, его приближать к себе и делать своим духовным наставником, он страшно разочаровался, вот, отстранился от всех дел, вот, и был, в общем, этим сильно очень травмирован. Но никогда, никогда впоследствии он ни разу не, как сказать, не усомнился в том, что национал-социализм – это правильно. Он говорит, только надо было его доработать чуть-чуть. Вот все так, было так правильно. Убил Ницше, что там постоянно везде его цитируют. И... Ну, Ницше случайно, случайно на самом деле. Ницше такой же фашист. Нет. Ну... нет, нет, нет. Дело в том, что из Ницше сделал фашиста известно кто. Да нет. Ну, как можно считать, свободно считать его произведение. Его, и там его... из Ницше фашистское только одно произведение – «Воля к власти». А это «Воля к власти» – это подделка, которая была произведена… Нет, это не подделка, но там ничего фашистского нет. Ну как так? Ну посчитайте. Ну чего? Ну все эти… Белогорые вести и все оттуда. Чего? Ну совершенно и верно, то, да. И как евреи Рим уничтожили, и то, что как бы из ненависти, и все оттуда. Ну и... так он там всех так материт, да, понимаешь? Да не все там материт. Надо посчитать, там про знатных и про шлях, да, про плохих. Надо все там посчитать и все сразу стать понятно. Нет. Ну, в общем, с Ницше это уже просто совсем, совсем-то не прав. Ников нет. Да надо этого парня обратно из банка выпустить, как его зовут. Ну, кого? Ясно. Брэвика, что ли? Нет. Кого? Там на форуме, наверное. Вот, короче говоря, вот такая неприятная история. Именно поэтому он потом, после войны, ни разу, так сказать, никаких вот таких признательных, раскаивающихся заявлений не делал. Именно поэтому он сидел у себя там в хижине, вот, и считал, что так и правильно. Он должен быть таким духовным горным старцем. Вот, в общем, нацист и не раскаявшийся. Такая грустная история. Ну, это мы же раньше знали, боже мой. Это только Черняков говорил, что нет, это неправда. Что Хайдеггер не нацист.